В Нью-Йорке министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Министр Эльмар Мамедьяров довел до сведения генерального секретаря значимость, придаваемую Азербайджан сотрудничеству с ОБСЕ. Стороны обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня сотрудничества ОБСЕ и Азербайджана. Эльмар Мамедьяров отметил, что незаконное присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана является главной угрозой миру и безопасности в регионе. Затем министр иностранных дел проинформировал о текущей ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, в том числе о последней встрече с сопредседателями Минской группы в Нью-Йорке. Юсеф Бабанлы, Азертадж, Нью-Йорк.